до МФУ, називається команда «Монополія». Зустрічаємо! Одного номера есть только миг. А как вы знаете, у нас у девушек между любовью и ненавистью тоже один миг. Итак, ситуация. Молодая пара не знает, куда сходить на 14 февраля. Но тут еще одна проблемка. Девушка-то дичь! Да, пацаны. Футбол или как чемпионов? Все, Максим, бросай свою трубку. Максим. А знаешь, я подумал, куда можно сходить на 14 февраля, подумал об Эрике, А знаешь, куда можно сходить? Можно сходить в суши-бар. Суши-бар, который в городе? Ну, конечно, куда еще? Да нет, у нас на кампусе есть отличный суши-бар. Ой, Максим, ходила моя на суши-бар до УФУ на кампусе. Мне там принесли не суши, а какую-то, знаешь, сеть под шубой. Причем шуба настоящая была, причем еще и с молью. Знаешь, можно сходить в антикафе. Кафе, где просто ты платишь, а и просто сидишь. Ну да, это такая фишка. Фишка? Я за эту фишку заплатил, чтобы на теологии учился. Теперь 4 года просто сижу, Какой ты скучный, Максим, вообще. Может, пошли с пацанами футбол посмотрим, а? Ой, Максим, давай не будем строить этот футбол. Давай лучше пойдем на 50 оттенков серого. Я в том году ходил с тобой на сумерки. Там какие-то вурдалаки, вампиры, все бегают. Максим, я тоже с тобой ходил на футбол, на Артемовский авиатор. Там тоже какие-то вампиры, вурдалаки, чупакабры и прочие бегают вообще. Вообще, что так круто, что ли, сходи со мной в кино? Я тебя звал 150 раз, а ты со мной сходил только 140 дней. И что, ты считаешь нормальное отношение? Макс! Вообще-то это нормальное отношение. Знаешь что, Максим, сегодня ты меня променял на футбол, а завтра что, родину продашь, да? Ты что, сумасшедший, при чем тут родина? То есть ты хочешь знать, что я тупая, страшная, жирная, длинная, никому не нужна корова, да, Макс? Я этого не говорил. Но ты подумал. Максим, это самое страшное. А знаешь, что еще страшнее? Сегодня ты пойдешь на футбол со своими друзьями, а я даже не обижусь, я просто сделаю вывод. Да, пацаны? Счастлив. И наш герой сделал правильный выбор. Он выбрал то, что любит больше всего. Пацаны, пошлите на футбол, она дичь.